что ж, мои любимые. Устала. Еще можно ноги позадирать. Еще можно побольше на баланс делать всяких штук. Я сейчас потихонечку смотрю видосики из йоги. Не то чтобы для йоги прям, а скорее для колена, потому что, блин, мне говорили, теперь я всем говорю, кто покалеченный с коленями, все упражнения на баланс, это прям... Но еще у меня хреновая складочка, поэтому будем чекать. Ну а теперь точно. Пока-пока.